В Алматы определили победителя конкурса на лучший эскиз логотипа к тысячелетию города. Лучшим признан проект местной креативной команды. В своей работе она использовала и связала графически два ключевых элемента – вершины гор Заилийского Алатау и символ Алматы и яблоко. Новую символику будут использовать в оформлении города. Логотип разместят на остановках, вокзалах и аэропортах. Всего на конкурс поступило более 120 заявок. Напомню, празднование тысячелетия Алматы официально включено в календарь юбилейных и памятных дат ЮНЕСКО. Нам, безусловно, нужно было показать чисто номинативно, что это тысяча. То есть у нас должна была фигурировать где-то цифра. И когда мы пришли к концептуальному решению, что у нас город Алматы должен раскинуться у подножья гор, то мы нарисовали горы, под ними нарисовали слово «Алматы».